Добрый вечер, здрасте, луговчане, ассалам алейкум в этот час. Мой привет примите, куланчане, от души приветствую я вас. Как живете, как там за граница? Как здоровье, как живет семья? Я давно не видел ваши лица, заскучал я тут по вам, друзья. Разлетелись все, как птицы, из родимого гнезда. Разделяют нас границы и большие города. Только знаю, птицы раннею весной, собираясь в небе в стаи, возвращаются домой. Приезжайте в гости в Луговое, я для вас накрою дастархан. Вспомним юность, время молодое, родину отцов наш Казахстан. Посетим, конечно, наши горы и попьем водички с родника. Оглядим степей родных просторы и услышим посвист барсука. Разлетелись все, как птицы, из родимого гнезда. Разделяют нас границы и большие города. Только знаю, птицы раннею весной, собираясь в небе стаи, возвращаются домой. Напою я вас душистым чаем, бешбармаком жирным угощу. Мы гостей всегда вот так встречаем, кумызавом свежего налью. Вы не забывайте Луговое, Луговое родина как мать. Здесь прошло ведь детство золотое, где начали в жизнь вы шагать. Разлетелись все, как птицы, из родимого гнезда. Разделяют нас границы и большие города. Только знаю, птицы раннею весной, собираясь в небе в стаи, возвращаются домой. Разлетелись все, как птицы, из родимого гнезда. Разделяют нас границы и большие города. Только знаю, птицы раннею весной, собираясь в небе в стаи, возвращаются домой. Собираясь в небе в стаи, возвращаются домой.